Добрый день, уважаемые люди. За окном лежит снег, на площади стоит елка. Это значит, что скоро Новый год. Какое чудо, мы все снова поверим в сказку. Хочется обратиться к жителям чудного города Барановичи, что в Брестской области. И хватит. Пожелаем детям планшетов, взрослым денег, старикам, не знаю, здоровья, наверное. Чем наступающий год будет отличаться от всех предыдущих? Я не знаю. Наверное, все одно и то же. Будем верить, что за 10 лет в нашем городе наконец отремонтируют вокзал, заменят старые автобусы. Хотя... Мы будем только о хорошем в этом видео. Всем светлого будущего. В добрый путь. Купляйте белорусское. С Новым годом, друзья.